Цена только сегодня. Уникальное предложение. Эксклюзивно на шоппинг-шоу. Комплект полотенец Япония. Два полотенца по цене 1499 рублей и три полотенца по цене 1699 рублей. За время первой презентации, за менее чем полчаса, было распродано более 1000 комплектов. Представляете? Вот такие популярные полотенца, потому что это высокое качество, это прекрасная идея для подарка. И у нас очень яркая палитра, огромное количество цветов. И как подобрать цвета, нам расскажет дизайнер интерьеров с 15-летним стажем работы. Все знает о технологиях и материалах. Юлия Колосова. Спасибо, Никита. Доброе утро. У нас сегодня роскошный бренд Боланже. 100 лет компания уже на рынке, радует своими традиционными дизайнами, качеством шикарным. Ну и, конечно, с нами работает специальный российский эксклюзивный представитель бренда Боланже, поэтому наша коллекция прекрасных полотенец выполнена в стиле а-ля рус. Это яркий акцент в ваш интерьер, это статус и стиль вашей ванной комнаты. У нас с вами два набора. В одном наборе два полотенца, а в другом три. Я сейчас вам расскажу все по размерам, по цветам, и мы с вами сориентируемся. Сначала давайте ориентироваться с размерами. Вот такое большое полотенце. Я сейчас даже его буду наматывать на себя, чтобы вы видели 70 на 140. А также у нас среднее полотенце для головы, а также для ручек и ножек, и более маленькое, тоже оно такое будет, скажем так, ходовое. По оттенкам у нас есть с вами сейчас перед вашими глазами коллекция орхидея, цветок орхидеи, потрясающий, яркий и сочный, в нескольких оттенках. Давайте знакомиться, какие. Голубая орхидея, посмотрите, какая красивая. Далее у нас с вами черная орхидея, далее синяя орхидея, прекрасный цвет белой орхидеи, а также розовая орхидея. Вот это вся коллекция именно орхидей. Но у нас есть еще фантазийные цветы. И вот как раз-таки этот вариант я примерила на себя. Отличается по цветку. Смотрите, орхидея и крупные цветы. Вот они как выглядят с эффектом золотой вышивки. Вот она разница, да, чтобы вам легко было сделать заказ. Вот в этих цветах три оттенка. Это вот такой красивый ментоловый, нежный, мягкая пастельная палитра. Вот такой голубой и сиреневый. Две коллекции, которые можно отличать по цветку или даже по канту. На канте, который у нас фантазийный, там можно увидеть красивый орнамент. А на коллекции, которая орхидея, на канте вы можете увидеть маленькие цветочки орхидей. Итак, 1499 рублей за комплект из двух штук. 1499 рублей. И три штуки у нас 1699 рублей. Итак, какие размеры? 50 на 90 сантиметров — это среднее полотенце. 70 на 140 это большое банное полотенце, в которое можно завернуться. Юлия это только что продемонстрировала. И в комплекте из трех полотенец есть еще вот такое маленькое полотенце. У него размер 34 на 78 сантиметров. Юль, ты знаешь, я однажды работал в японской компании, и я знаю, как японцы относятся к своей работе. Это очень скрупулезные люди, очень дотошно они относятся к своему труду. Точно. И я знаю, что качество, которое гарантируют японцы, всегда на самое высокое. Мне очень приятно, что мы можем нашим покупателям предложить японское качество сегодня. Согласна, тем более, что Боланже уже 100 лет на рынке. Это традиции качества, это передовые технологии, это высочайшего класса красильное оборудование и, конечно, собственные художники, которые создали для вас стильную коллекцию в русском шике, в стиле а-ля рус. Это близко нам, это очень симпатично, необычно украсит вашу ванную комнату. Продумано все вплоть до золотистого брендирования, посмотрите, и красивых бордюров, необычных. Полотенце, конечно, просто действительно подарочное, шикарное. Цветы в растушевке, в объеме. Выбрана самая трендовая палитра тонов. Поэтому, конечно, это прекрасный подарок и себе, и я думаю, что мы будем думать о подарках на Новый год, потому что такой практичный подарок, конечно, идеален. Самое главное, Юль, я никогда не задумывался, как выбирать полотенце. Не знаю, я в последнее время как куплю, вот возьмешь пышное полотенце, ну да, хочется, чтобы оно было такое пушистое, и на следующий день приходится выбрасывать, потому что оно не просыхает, начинает неприятно пахнуть. Вот что посоветуешь делать? Посоветую взять качественный японский хлопок. Кстати, в Японии с 17 века, когда возродили там хлопок, как раз таки он является одним из самых лучших в мире. Здесь 100% гипоаллергенный хлопок. Как проверить самое главное свойство? Конечно, мы нальем почти целый стакан воды, 200 миллилитров у меня. И самое главное свойство нашего полотенца, это, конечно, впитываемость, уровень впитываемости у махры
особенный, потому что махра именно от бренда Боланже обладает уникальными свойствами. Она прессована, она короткая, поэтому впитываемость идеальна, с вашего тела уйдет вся влага и с волос, ничего не останется. По поводу того, что ты сказал, действительно, толстые полотенца часто бывают, издают запах уже буквально на следующий день. Здесь же продумано все, потому что это Япония. Легкие полотенца быстро просыхают целиком. И на следующий день, когда вы повесили даже их не на сушилку, а просто на крючочек, они просохнут естественным путем. Никогда не будет неприятного запаха. Это важный момент. Пойдем с тобой на диван, покажу еще один момент. Вау, Юрий, я, во-первых, впечатлен тем, как он впитал почти всю воду из стакана. И самое главное, я еще хотел сказать, что я вот купил новое полотенце, и постоянно на мне остаются ворсинки на мне. Есть такое дело, да, если некачественно. Здесь же махра, поскольку японские технологии, продумано все. Все до мелочей, ничего на теле нехорошего не останется. Само полотенце очень качественно выполнено, достаточно посмотреть на оверлок, которым сделали плоским, да, это важный момент, не будет царапать ваше тело. Посмотрите, как продуман бордюр, как идеально, будто ручная работа, он очень хорошо помогает закрепить полотенце на теле. Ну и, конечно, шикарный премиальный подарок еще и с брендированием золотыми нитями, Боланже, написано на каждом полотенце. Ну что ж, это лучшее качество. Я считаю, что это такой предновогодний подарок близким. Абсолютно. Знаешь, какую еще качественную деталь я заметил? Да. Мы их только что распаковали, а я чувствую, какой запах, как будто их только что постирали с ополаскивателем. Так вкусно пахнут. Невероятно. Есть такая ситуация. Я тебе даже расскажу, каким образом это происходит. Используется гипоаллергенный стойкий краситель нового поколения. У японского бренда Боланже собственное красильное оборудование, и эти красители не издают запаха. Это безопасное гипоаллергенное, мягкое, уютное изделие для вас. Вам приятно будет прикасаться. И стойкие красители выдержат много стирок. Комплект полотенец Японии эксклюзивно только сегодня на Shop & Show по специальной цене 1499 рублей за 2 штуки в наборе и 1699 рублей за 3 штуки в наборе. Разные размеры, разные расцветки. Это идеальный подарок на Новый год. Премиальное. Берите сразу по несколько комплектов.